Добрый вечер, уважаемые дамы и господа и дорогие друзья. Good evening, dear friends. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Сегодня, с моей точки зрения, у нас будет фантастическая возможность принять все вместе участие в дискуссии между тремя крупнейшими умами мира в области бизнес-образования. И у нас будет достаточно интересная, немножечко футуристическая тема. Бизнес-образование во время пандемии, непосредственно после нее и позже. Я хочу сразу извиниться перед теми, кто говорят по-английски, как на родном языке. Мой родной язык русский, поэтому я говорю с сильным московским акцентом. Все равно мне доставляет огромное удовольствие представить тех людей, чьи изображения вы только что видели на экране. Во-первых, и наш первый спикер сегодня, который будет говорить на тему, это президент крупнейшей ассоциации бизнес-школ мира, ACSB International, ассоциация для продвижения университетских бизнес-школ. Далее я хочу предоставить слово декану, во-первых, или первый, или второй, или опять же первый бизнес-школ Европы и одной из лучших бизнес-школ мира, а именно профессору Франсуа Ортелло Мане, декану знаменитой Лондонской школы бизнеса. А далее мне доставит удовольствие предоставить слово фантастическому человеку Сергею Нетесину. По фамилии вы понимаете, что у него русские корни, и из его биографии я знаю, что он учился в университете прямо через улицу от Академии Транхигаэс, откуда мы сегодня ведем сегодняшнюю дискуссию. Это Сергей Нетесин. Он заместитель декана, опять же, школы номер один или школы номер два по качеству среди бизнес-школ Соединенных Штатов, а может быть и всего мира. Уортонской бизнес-школы Пенсильванского университета. Хочу подчеркнуть, что это действительно фантастическая бизнес-школа. Мне повезло, я там учился в 1990 году. Я по-прежнему принадлежу, то есть являюсь членом клуба выпускников этой школы. Это потрясающая школа. И мы хотели бы обсудить с нашими экспертами вопрос, что случится с бизнес-образованием непосредственно после пандемии, что произойдет позже, как современные прорывные или даже подрывные технологии будут влиять на новые форматы, потому что мы сейчас переходим в онлайн, но никто не знает, когда мы сможем вернуться опять в аудитории, в какой пропорции наши клиенты будут предпочитать получать образование, что будет с проблемой социальной ответственности, должны ли бизнес-образование ориентироваться на акционеров или просто на заинтересованных лиц, стейкхолдеров? Будет ли вестись исследования, прикладные исследования или фундаментальные? И здесь я хочу просто поставить точку. И прежде чем я передам слово президенту ACSB, я хотел бы предложить провести голосование. Вопрос такой для тех людей, кто смотрит эту сессию. Как вы полагаете, через 10 лет бизнес-образование будет существовать, или вы считаете, что оно исчезнет? Или у вас нету сформировавшегося мнения на этот вопрос? Мы решили задать этот вопрос, потому что буквально вчера мне попался на глаза один из наших журналов, и там статья была. Вот я думаю, как вежливо ее характеризовать. Ну, довольно невежественная статья о смерти программ MBA, которые теряют популярность резко. В течение моей жизни я, кажется, присутствовал уже на десятки, если не больше, таких
похоронах программы MBA, но тем не менее они по-прежнему процветают. Но тем не менее я ставлю точку. А сейчас с удовольствием предоставляю слово фантастическому эксперту, президенту AACSB International, профессору Карен Бак-Дадли. Пожалуйста. Огромное спасибо, Сергей, за это очень теплое вступление. И я очень рада участвовать вместе с вами в этой виртуальной сессии по обсуждению будущего бизнес-образования. И я не уверена, как будут выглядеть ближайшие 10 лет, да даже что, как завтра будет выглядеть. Поэтому все это будет в какой-то мере спекуляцией. Для тех из вас, кто не знает, что такое ACSB, наша организация существует уже более 100 лет и является крупнейшей ассоциацией бизнес-образования в мире. Мы сводим вместе и организуем взаимодействие между бизнес-школами с целью формирования следующего поколения великолепных лидеров. Мы работаем более чем на 100 странах и территорий, и огромное количество организаций участвует в нашей деятельности, и вместе мы стремимся оказать воздействие на общество. ACSB International – это высочайший стандарт качества бизнес-образования, и мы стремимся к тому, чтобы школы, аккредитованные по ACSB International, предоставляли актуальные программы и оказывали воздействие на формирование следующего поколения бизнес-лидеров. Я работаю лишь несколько месяцев в этой роли. Раньше работала в университете в Калифорнии, но я просто легко могу наблюдать огромный объем инноваций, которые происходят в бизнес-школах в последнее время. Причем это происходит очень быстро. На меня оказывает огромное впечатление та убежденность и решимость, которую наши коллеги проявляют по реализации этих изменений, по поддержке наших коллег по всему миру. И я очень рада быть с вами и надеюсь, что в следующем году мы сможем встретиться лично. Но когда начался ковид, мы думали, что это будет спринт, а теперь поняли, что мы участвуем в марафоне. И я, Сергей, кстати, думаю, что у бизнес-образования прекрасные перспективы, потому что даже несмотря на кризисное время, ACSB имел прекрасный доступ к информации о работе бизнес-школ. И мы видим, что люди проявляют необходимую гибкость для адаптации к новым. Также по своему опыту работы в Кремниевой долине я знаю, что такие революционные события так или иначе случаются. Это же касается и текущей пандемии. Я думаю, что появление вакцины позволит нам преодолеть этот период и двинуться вперед. Что касается перспектив бизнес-образования, то первая проблема – это адаптация к существу среде. Второе – вопросы, связанные с здравоохранением. И третье – поддержка наших организаций, членов нашей ассоциации. Мы предлагаем курсы и помощь по внедрению технологических инноваций. Сейчас очень интересные такие темы, как экспериментальное обучение и новые подходы к оценке. Изоляция, разрозненность и другие факторы, которые появились с пандемией, я вначале полагала, что... То есть мои опасения были очень высоки. Но, тем не менее, факты показали, что мы смогли адаптироваться, и наша ассоциация делала все для того, чтобы помочь организациям преодолеть эти трудности. Мы видим, что ситуация в каждом регионе развивается по-своему. Мы видим, что многие школы взаимодействуют по разработке новых программ, аналогичных, чтобы разделить расходы. Но мы понимаем также, что необходимо будет сделать, скорректировать
планировать бюджеты, потому что количество учащихся, которые работают, будут работать в очном режиме, но будет уменьшаться. Но, тем не менее, эти проблемы можно решить, и конференции, подобные сегодняшней, они как раз и предназначены для того, чтобы помогать решениям. Тут интересно обсудить долгосрочные перспективы после пандемии. Речь идет о академических программах. Я думаю, что не произойдет полного возвращения к очным программам. Так сказать, мы должны будем выйти на какой-то новый уровень комбинирования очных и виртуальных программ. Второе, так называемое экспериенциальное обучение, обучение на опыте. И интересная вещь, интересный вопрос сохранения целостности и честности оценок. Сохранение необходимой гибкости. Например, в США 64 из 100 бизнес-школ проводят опциональные вступительные экзамены. Или выпуск как концепция, означает ли это что-то, или является ли необходимой в сегодняшнем мире, который все больше переключается на концепцию пожизненного образования? Необходимо ли действительно сохранять такую конкретную отметку во времени, когда заканчивается обучение в учебном учреждении? Вопрос по поводу поездок. Еще вопрос. Роль преподавательского состава. Преподаватели больше не являются предметными экспертами, экспертами в предметной области. Скорее, роль современного преподавателя должна быть похожа на роль коуча, ментора, наставника. И я думаю, что развитие этой темы будет представлять определенный интерес. И, наконец, будущее рабочего места. Я считаю, оно меняется. Работодатели сегодня знают, какие им нужны сотрудники. Они понимают, что возникает специфика работы на удаленке. Но есть и другие вопросы. Но я сейчас хотела бы остановиться и послушать других участников. Большое спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Карен, вот смотрите, когда я слушал вас, я тут же вспомнил ситуацию в нашей стране в конце марта, начале апреля, когда неожиданно все университеты в очень короткое время, буквально за 1-2 недели, просто следуя знаменитой управленческой метафоре, то есть это прыжок с горячей платформы, как говорят, и решение, которое вы принимаете на горячей платформе, когда все университеты, им пришлось переходить в режим онлайна. И нам стало необходимо очень быстро перестраиваться. И проблемы набора, оценки качества, переобучение преподавателей, проблема выбора платформы, проблема работы в интерактивных классах, проблемы работы с опытными клиентами, менеджерами, они по-прежнему сохранят свою актуальность, потому что нам по-прежнему необходимо сохранить тот же уровень качества. Я очень благодарен Карен за то, что она упомянула и охарактеризовала большинство этой проблемы. Что, если я задам, попрошу Франсуаза Артел-Эмоне продолжить этот анализ? Франсуа, вы с нами? Yes, well, thank you, Sergey, and it's really good to follow on from Karen. But hold on a second, I'm getting the Russian translation on my computer. I don't know. Я возьму с удовольствием эстафету у Карен. Я только почему-то мне идет в компьютере русский перевод. У вас, а вы нажимаете английский? Нет, все, да, хорошо. Хорошо. Нет, вы простите, пожалуйста, все уже хорошо. Спасибо, что пригласили меня. Карен, как президент Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ, она, конечно, приглядывает за сотнями
сотнями, сотнями бизнес-школ во всем мире. И мы, Уортон, одна из лучших бизнес-школ в мире. И мы тоже отвечаем за общее состояние дел в этом, для того, чтобы собрать лучших людей со всего мира для получения такого бизнес-образования. И в России тоже у нас есть своя программа. Мы ее реализуем вместе со Сбербанком. Ну, что касается собственного вопроса Сергея, мы проводим определенную дифференциацию своих программ и академической исследовательской работы в рамках разных факультетов. Наши программы обогащаются с учетом разнообразия того населения, которое поступает там, тех студентов, в частности, в Лондоне. Ну, пандемия, конечно, нами ощущалась очень остро и довольно тяжело. В частности, потому что в то время основной опыт нас, как и все остального мира, заключался в демонстрации наших возможностей. И мы разработали обширные программы, программы, обладающие очень высокой ценностью для небольших групп людей. Теперь перед нами стала совсем другая задача. Мы должны были ценность поддерживать и уровень ценности этих программ поддерживать, но учитывать разнообразие нашей аудитории. То есть первую задачу никто не решал, и мы должны были найти тех студентов и корпораций, которые были бы готовы за это платить по премиальной цене. И надо сказать, что наш опыт был очень положительным. Он был благоприятным во всех смыслах, потому что мы, с одной стороны, поддерживали высокое качество, премиальный характер своего образования, но технологии Zoom'а занимают свою собственную нишу и делают то, что им и надо было делать. Но этого недостаточно для того, чтобы давать ту ценность нашим слушателям, нашим клиентам, которые они ожидают. Однако наш опыт работы с отдельными людьми, с корпоративными клиентами, со всеми, кто по-прежнему решил все-таки дать нам шанс получить образование у нас, мы такие возможности все-таки изыскали. У нас есть специальные курсы, и в том числе и онлайн, с нашими корпоративными клиентами. И мы внимательно отслеживали степень удовлетворенности наших клиентов. Так вот, помимо онлайна, мы работаем и лично с людьми. Ну, наш профессорско-преподавательский состав работает и в Zoom, работает в кампусах, работает на разных площадках в Лондоне. Необходимо, конечно, правильно переобучить наш профессорско-преподавательский состав, научить их новым методикам, технологиям для того, чтобы помочь им создать такое премиальное качество, премиальную ценность. Следующий вопрос. Есть ли вообще хоть какие-то выгоды от онлайн-обучения? Что-то хорошее из них в эпоху пандемии? Я вам скажу. То, что мне понравилось больше всего, и то, что мы наблюдаем среди наших крупнейших корпоративных клиентов, мы получаем от них обратную связь. Когда наши корпоративные клиенты поддерживают высочайшую степень вовлеченности в этот процесс. 40% наших участников фактически даже лучше общались, были более плотно вовлечены в учебный процесс, потому что они понимали ценность учения.
для нас стало легче не только учить обычного рода экзекьютивов, но в самом высшем уровне мы могли постепенно каскадировать и спускать вниз процесс обучения на более низкие, как бы, так сказать, слои управленческого персонала. Мы могли дополнить наш учебный процесс дополнительными видами учебных работ и распределили их по разным слоям. Тем самым мы могли охватить более широкий контингент наших потенциальных и действительных клиентов. С одной стороны, эта работа сложнее, с другой стороны, она позволила нам задействовать новые технологии. Технологии, которые, конечно, может быть и не полностью соответствуют личному общению, но стали не менее эффективными в конечном счете. И позволили нам сохранить свою, так сказать, учебную базу. И после пандемии мы продолжим этот процесс самообразования, разработки новых методик образования. И через 10 лет, наверное, как и Карен сказала, мы продолжим этот процесс учения. И я знаю, что технологии уже имеются для проведение гибридных форм обучения. Конечно, будет происходить серьезный сдвиг в методике и формах образования в предстоящие годы. Мы будем учиться этому совместно, мы будем нарабатывать новые методики образования, будут открываться новые возможности, и мы этими возможностями общения и учения воспользуемся. И тем самым мы полностью воспользуемся разнообразием как нашей учебной базы, так и форм обучения. Я мечтаю об этом. Я мечтаю, что мы построим новый мир, который будет более разнообразным, более инклюзивным. Thank you very much, Франсуа. Большое спасибо, Франсуа. Я хотел бы задать вам маленький провокационный вопрос. В любом случае, спасибо вам огромное, потому что ваше восприятие о бизнес-школах и о том, куда они должны будут двигаться, они пока вынуждены оставаться в режиме изоляции. Самоизоляция зависит от маленьких групп клиентов и обеспечить интерактивность в маленьких аудиториях, маленьких классах. Спасибо большое за это. Но давайте мы на секунду допустим, что в какое-то время, ну, через год, скажем, пандемия исчезнет, и у людей будет свободный выбор – учиться в онлайне или в офлайне. Вы сами что думаете, какова будет доля тех людей, которые выберут обучение в режиме онлайн и офлайн в университетах и в ведущих бизнес-школах? Я думаю, что взаимодействие будет, конечно, в офлайне в основном. Во всяком случае, в нашем кампусе в Лондоне и в Дубае. И вместе с тем, оно будет все в большей степени дополняться другими формами обучения, расширенного обучения. Мы сможем расширить охват, так сказать, наших студентов, используя новые технологии по привлечению приглашенных лекторов, докладчиков и преподавателей. С одной стороны, удобно, не надо летать никуда. И мне кажется, компоненты этой программы гибридной еще надо разрабатывать, но мы используем новые технологии. Я бы не сказал вам проценты, но по наших совместных программам, ну, 20% всей нашей деятельности перейдет в онлайн. Что касается корпоративного опыта, я думаю, будет, может быть, в онлайн даже вы
выше, чем в офлайне. Почему? Просто из-за затрат, связанных с организацией таких вот виртуальных посещений и каких-то мероприятий. Мы можем предвидеть, что некоторые корпоративные клиенты, которые направляют своих сотрудников в Лондон, ну, на неделю в год, для того, чтобы подумать, поучиться, подумать о своем будущем, дать импульс своему творчеству, тогда 100% вот такие курсы останутся офлайновые. Люди будут полностью приезжать в Лондон вот на эти короткие курсы. Я также думаю, что, значит, будет в зависимости от видов учебы, от 100% в офлайне до 100% в онлайне. Большое спасибо вам огромное. А сейчас я должен дать слово еще одному выдающемуся представителю и участнику нашей дискуссии, заместителю декана бизнес-школы Уортон в Пенсильвании, Сергея Нетесина. Добро пожаловать, Сергей. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Давайте я начну с описания бизнес-образования во время пандемии. Ну, он потребовал какого-то новаторских, инновационных подходов. И мы долго об этом, обо всем говорили. Но по-прежнему основной формой обучения была офлайновая. А это находилось где-нибудь так по ходу дела, так сказать, на периферии учебного процесса. Сейчас все мои коллеги преподают в онлайне. Большинство образовательных учреждений не начинают офлайновые программы обучения, если у них параллельно не ведется онлайновое обучение. И многие организации сейчас, в принципе, они еще не ценят онлайновое обучение. Ну, во всяком случае, так было раньше. А сейчас они обращают на него внимание и все больше и больше используют такие форматы обучения, потому что это гораздо дешевле, во-первых. И кроме того, если вы хотите настоящее синхронное онлайн-обучение, то оно все равно остается довольно дорогостоящим. Ну, так же, как и Франсуа, как он отметил, мы полагаем, что некоторые из наших участников, наших студентов, они рекомендуют онлайн-обучение для молодежи. Ну, например, для средних школ тоже рекомендуются они. И потом вообще у нас растет онлайн-поколение новое. Мы по мере взросления наших участников, они, конечно, отдают больше предпочтения офлайновые, но и Франсуа, как отметил, существует здесь определенный дуализм. Есть какие-то участники, которые говорят: слушайте, я не буду участвовать в вашей программе Executive MBA, потому что она онлайн. А другие говорят: ну, наконец, я могу вступить в эту программу, просто потому что раньше у меня не было ни времени, а сейчас у меня время появилось, потому что с онлайном решить свою задачу мне стало гораздо проще. Ну, возникает много за последние месяцы неожиданного. Например, мы обнаружили, что экономика онлайн-учения вовсе не такая, как мы раньше думали. Большинство из наших студентов и участников программы ожидали, что учение онлайн должно быть намного дешевле. И мы до сих пор слышим эти жалобы от студентов: надо снизить плату за обучение, ведь мы же онлайн учим. Подождите. Но ведь мы же сейчас ведем как онлайн-обучение? Огромное количество синхронного обучения в процессе. И поэтому мы не сократили ни количество преподавателей, ничего. Оно осталось, по сути, таким же. По-прежнему остаются лекции, семинары, есть, опять-таки, контроль за успеваемостью, все то же самое. Значит, в конечном счете оказывается, что с учетом накладных расходов онлайн-обучение оказывается более дорогостоящим, чем традиционные занятия в аудиториях и классных комнатах. Еще что мы узнали, то, что, наверное, мы в дистанционном режиме лучше ведем научно-исследовательскую работу, потому что меньше переездов, меньше потерь времени,
меньше вот этих вот бесконечных совещаний, там, как зал. В то же самое время мы с удивлением увидели огромное неравенство. Люди же, мужчины, становятся более продуктивными, а женщины менее, причем тоже намного. Потому что им приходится отвлекаться на домашнюю работу, и это отнимает у них довольно много времени, а от этого страдает их академическая работа, их научно-исследовательская работа и многое другое. Но, в общем, мы сначала не ожидали этого, а на самом деле мы видим, что это действительно так. Ну, порядка различия в их продуктивности составляет около 30%. Об этом надо серьезно задуматься. Мы также видим, что пандемия увеличила неравенство в образовании. Существуют ведущие бизнес-школы Wharton LBS и другие, которые быстро подготовили онлайн-курсы, но существует огромное количество других школ, у которых не имеется необходимых возможностей для создания. Поэтому возрастает разрыв между ведущими бизнес-школами и всеми остальными, которые не могут адекватно поддерживать онлайн-обучение. Ну вот фонд Гейтсов, например, у них... Ну, они помогают тем учреждениям, у которых не хватает собственных ресурсов для правильной организации учебного процесса. Кроме того, мы видим, что сейчас школа восстанавливается. В некоторых школах много отсеялось учащихся, берут там академку на год, больше, чем на год и так далее. На некоторых, так сказать, факультетах пересматриваются бюджеты, но учащиеся все-таки возвращаются постепенно. И мы понимаем, что образование не должно пострадать уж таким существенным образом от того удара, который нанесла пандемия. Если мне быстро перейти, собственно, к образовательному процессу, о том, что происходит. Гибридное образование останется. В будущем, я думаю, что большинство учебных программ будут комбинированными. Мы продолжаем процесс учения, освоение новых технологий, различных программных продуктов. Мы также создаем программы, которые заточены под онлайн, которые не просто берутся традиционный учебный курс и переводят в онлайн. Нет, мы с самого начала формируем и структурируем онлайн-программы обучения. И в том числе это касается и цифрового здоровья, так называемого. Мы запускаем разнообразные эксперименты, глобальные виртуальные курсы Уортона. Ну, все зависит, конечно, от географического положения, не только в Филадельфии, но этого будет все больше и больше. Школам придется инвестировать в IT-инфраструктуру и очень крупно инвестировать. Это неизбежно, потому что онлайн-обучение останется, соответственно, надо готовить инфраструктуру для него. Существует также много обучения таких для таких случайных, как бы, которые покупают пакетами, которые не стремятся к получению формального, как бы, ученой степени или чего-то. По ходу дела, ведь я же все равно сижу дома, я могу подписаться на какие-то курсы сейчас и потом, я могу комбинировать различные курсы, а в результате даже если я не буду получать формальных дипломов о дополнительном образовании, я все равно чему-то научусь. Об этом стоит задуматься. В том числе и образовательных курсов для
пожилых людей 65-70 лет, в бизнес-образовании учатся студенты, и начиная с 15 лет, ну, может быть, и до, там, до средней школы, и мы в целом ожидаем, что такого рода образовательные курсы будут расти и расширяться. И на этом я остановлюсь в своих прогнозах. Сергей, спасибо вам огромное, огромное. Вы точно во времени, потому что у нас осталось 2, максимум 3 минуты, и я хочу сердечно поблагодарить всех, которые приняли участие в нашей работе. Я представляю здесь первую, единственную школу, которая сумела получить аккредитацию вашей ассоциации. Спасибо вам за полезные уроки. Спасибо огромное. Франсуа, спасибо вам за тот опыт, которым вы поделились. Сергей, и мы сегодня познакомились только с вами, встретились впервые. Вы великолепный человек, и ваш опыт будет исключительно интересным для многих россиян, которые занимаются бизнес-образованиями. Хочу сказать, что наше голосование по бизнес-образованию, мы через 10 лет исчезнем, или я не знаю, или не исчезнем. Такие парадоксальные. 75% респондентов сказали, что бизнес-образование останется в живых, но 18% людей сказали, что бизнес-образование в онлайн исчезнет. Потому что люди, наверное, думают, что бизнес-образование нужно менять с течением времени, оно должно меняться. Я хочу от души вас всех поблагодарить за сегодняшнюю дискуссию, за то, что вы поделились с нами своим опытом. И, может быть, у нас минута, ну, может быть, полторы минуточки. Что мы хотим пожелать деканам и ведущим фигурам в бизнес-образовании России по одному предложению? Я желаю, чтобы вы были гибкими, чтобы вы были проворными. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас самый лучший момент для образования для того, чтобы мы наладили узы сотрудничества между разными образовательными учреждениями. И я желаю вам всем неожиданных возможностей по взаимодействию и сотрудничеству. Спасибо огромное, Сергей. Я хочу дополнить то, что сказал Франсуа. Межграничное, трансграничное сотрудничество, сотрудничество по всему миру. Спасибо, спасибо большое. У нас сейчас в России ситуация чуть-чуть лучше стала, потому что наши программы Executive MBA, они проводятся все-таки в офлайне, в аудиториях. Ситуация нам позволяет их продолжать. Мы продолжаем антисептическую обработку учебных помещений каждые 2 часа, но мы, тем не менее, можем себе это позволить. Я думаю, в эту пандемию переживем. И все вы трое в следующем году, на следующем Гайдаровском форуме соберемся уже, так сказать, живем, пообсудим, посмотрим Москву. Москва в последнее время сильно изменилась. Спасибо вам огромное за ваше участие, за ваш опыт, за ваше мнение. Надеюсь, вас в скором будущем увидеть снова. И еще раз я вас всех приглашаю на форум следующего года. Приезжайте, участвуйте в Гайдаровском форуме. Надеемся, что ситуация нам позволит это. Спасибо.